Андрей, ну что, ты едешь? Ну пока. Так зачем туда ехать? Не знаю куда. Надо. Семером. Давай, пацаны, чё? Дайте сами, дрожки!
Костя! Давай, 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 давай
Престон. Удачно поставил. Удачно замена.
Jeste. Так, оно. Соответствующий. Так. Что у тебя? Кошку нашел? Нет? Как? Я же думал, ты уже знал, где она. Знал. Не поймали. Что-то понимал, ловил я, Саша, Ника. И все равно не поймал. Так она убегала или что? А чего? Спроси у меня, чувак, найди, спроси. Ну что она убегала? Не знаю. Я хз. То ли от испуга, то ли от того, что домой не очень хотел. Я придерживаюсь себе второй версии. Вот. Потому что ты шуганула стресс типа на улице, то что она. Это не это. Это чувак. Домашних же котов всегда тепланит. А он так, блин, бегает от нас. Ну, бегала. Что я не уверен, если честно. Ну, типа как будто издевалась? Да, да, чувак. Она вокруг бегает, дома от нас бегала. А потом сейчас где? Последний раз я видел в понедельник. Поэтому... Что, на корм она не велась? Да ни на что не велась, чувак. Ни на мышек, ни на корм. Каких мышек? У меня есть мышки игрушечные. Я их всегда покупал, набаловалась плюшевыми такими мышками. Это ее любимые игрушки были. Ни любимые игрушки, ни зазывания, ничего, чувак. Просто ни о чем. Вот. Я еще, конечно, буду искать дальше, но... Ты типа каждый день этим занимаешься? Вчера ночью у нас же корпоратив был, день учителя, все дела. Ну, я же, естественно, не пошел, пошел Ксюшу искать. Ночью уже приехал сюда, и Ксюша мне сбрасывает видео, как они там по пьяни ушастают у меня под домом, выискивают. Кто они? Ксюша, Катя, еще с кем? Катя, Ксюша, там еще. Катя, это секретарша? Не-не. Секретарша... А, Катя, это которая информатичка, да? Информатичка, да. Вот. Они ее ходят выискивают, говорят, Никита, выходи, дай воды, потому что я уже на Тимошенках тут, ну... Еще даже не только я. Саша периодически у себя на районе чекает и иногда... А что у него на районе она должна делать? Ну, он приезжал на машине, типа, тоже ко мне с Настей, с малым, типа, искали. Вот. Это важно. В общем, так. Поисковая группа была крутая, но, видишь... Кошка всех перехитрила. Типа того. Не знаю, не перехитрила ли она себя. Посмотрим, время покажет. Если нигде тело не найдем, то, значит... перехитрила только нас. Надеюсь, что она еще где-то живает, тусуется. По крайней мере, такие у меня мечты. Но... Ну, в принципе, учитывая, что она стерилизованная, то потусоваться особо нормально не получится, в принципе. Я не об этом. Я думал, что она ходит охотиться. Она же очень любила птичек.
Вот. Особенно с балкона. Она иногда чуть ли этот, просто мордой в окно не впивалась, типа в попытке поймать эту птичку. Она чуть ли за ней в стекло не прыгала. Короче, ну, во-первых, я нахожу теперь тонну мертвых голубей в округе. Да, да, да. Что, думаешь, она их грохает? Проблема вся в том, что все окружные коты, которые там есть, вот дома, ну, местные, понял, да, уличные. Я сейчас тебе даже мем покажу, я вчера снял, когда искал, ходил. Правда, не возле себя, возле этого, возле ласточки. Сейчас. То есть коты сидят, ждут еду, да. И тут рядом с ними прямо... Рядом с ними что? Смотри. И рядом с ними голубь, короче. Mm. Причем, как ты понимал, голубь их начал шугать. Они начали убегать от голубя. И вот таких вот котов у меня дворовых, ну почти все, короче, типа такие. У меня есть подозрение, что единственное, кто может убивать голубей, это Кусь. Потому что она единственная, кто, ну, хотя бы с виду не походит. Все остальные боятся голубей, типа. Они ну, прикормлены вот этими бабками, типа, понял, которые там выходят и кормят. И под домом у меня те же самые, типа. Мы ржали, потому что коты едят, короче, еду, которую вынесли, а вокруг них впритык голуби ходят, понял? Ну, короче. Дерутся за еду. Да, да. С голубями. Дерутся за еду, а голуби ходят, и все в порядке. Никто этих голубей не трогает. Но у меня, когда у крестного кот убегал, так они брали типа корм, ставили его в лоток. И где-то на там через 2 недели он вышел из этот. Ну я так в подвале сделаю, я еще не делал так. Ну, я знаю, что надо сделать. Я сыпал корм, я оставлял футболку, которую успешно кто-то убрал. Какую футболку? Зачем? Свою футболку, запах. Чтобы кот далеко не уходил, понял? То есть типа запах, чтобы оставался. Я ложил игрушки, мышку. Да, да. Так, а игрушки были проигнорированы? Или были использованы, а потом выброшены? Я... А, игрушки нет уже, так, я их оставил. Сперт это? Не знаю, может уборщица убрала. Ну, этот дворничек. С учетом того, что труп голубя до сих пор лежит, то вряд ли это дворничка, это скорее всего. Ну, коты тоже там пассивные. Я вчера теннисный мячик, вылетел с теннисного, там понял, корта, на мой двор аж, то есть через дом. И я что иду, типа, а коты сидят, ну, мне уже, типа, хоть каких-то котов дайте. Я уже с ними, ну, типа, им хочу теннисный мячик, чувак, они с ним даже не играются, они за ним ходят, типа. То есть они и мышкой то играться не будут. То есть, поэтому, такое сомнительное мероприятие. Ну, в общем, объявление кто-то постоянно срывает, скотина. Даже на моей двери, ну, на домашней, понял, там, где входная дверь в наш дом. Ну так там убирают те, кто эти за доски объявления под подъездом. Я не на доске объявления. А все равно, Ну, вот у тебя нет права типа вешать, а есть разрешено только через эту БД. Они... Так это мой дом, я оплачиваю коммунальные все услуги, эту дверь и ее содержание, слышишь? Ну, в общем. Я сейчас, я потом кого-то поймаю на этом деле и сломаю кому-то руку просто. Вот. Без преувеличения. Я просто видел, какие там люди ходят срывать такую штуку. Ты боишься, что ты этого не сломаешь. Разницы не особой, какие люди там ходят, типа. Ну, там, я просто видел такой чувак, типа, два шкафа ходит. Два шкафа? Там, типа... Что, у меня у Сани травмат есть? Травмат? Только просто там надо сразу в глаз стрелять, потому что по-другому ты ничего не сделаешь. Ну, так они же сейчас не в куртке. Вышли эти ребята, которых я видел сейчас под домом. У них такие костюмчики, типа вот этой вот, типа, рекламной службы. Где-то не срывают, где-то срывают. Так, 15 копеек объявление одно.
ну, эти 15 копеек могу просунуть очень глубоко. И на фоне события мне без разницы, шкаф там, не шкаф, там обычный, ну, рационально, может быть. Но данная ситуация меня настолько злость пробирает, что мне без разницы. Ну, вот эти, ну, это же государственная фигня, да. Либо коммунальная. Ну, коммунальная, естественно. Что на коммунальных объектах размещается. Ну, вот, в общем. Короче. Объявление вешали. Жень, мы с тобой...